Вы знаете, что вы говорите, вот молодежь цыганская, русская. Никакой разницы между молодежью цыганской и русской нет сейчас в наше время. Вы знаете, и опять, конечно, и опять я возвращусь опять к тому прошлому, когда были ценности несколько другие, мои дорогие. Потому что не было этой вот эти деньги, не главное было в нашей стране тогда. Но что я буду сейчас говорить так, как я говорю так, как есть? А потому что сейчас, куда ты не пойдешь, везде нужны деньги. Тогда их не было денег. Мы работали, получали зарплату, делали концерты бесплатные, благотворительные. А сейчас детям и молодежи нужны деньги, куда он не пойдет. Вот про это и речь. Поэтому, чтобы стало все на свои места, опять же, надо подумать. Потому что деньги – это катастрофа. Я их не... Вот я лично эти деньги ненавижу. А что делать без них? У меня внук всегда просит деньги. И я ему говорю, дам деньги, сделаешь это, дам тебе денег. Он сколько? Я говорю, договоримся. И я понимаю, что он получает маленькую зарплату, артист. Мы получаем также маленькую зарплату. Мы получаем катастрофически маленькую зарплату. И нам не хватает. И поэтому что русская, что цыганская молодежь, она должна иметь нормальный прожиточный минимум. А это надо, значит, опять же подумать нам всем вместе и нашему государству подумать, как же им помочь. А помочь надо вот подумать, сесть всем за круглый стол, поговорить и подумать. Вот весь мой и ответ вам.